Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Гиацинтус Макао, он же Мистер Лифтов. Сегодня у нас 31 декабря 2023 года, последний день 2023 года, на часах у нас 10 часов, до полуночи остается всего лишь 2 часа, это был ужасный тяжелый год, собственно, война. У меня внутрисемейные проблемы, я часто болел, мама часто болела, у меня сейчас диплом, у меня еще долги остались, их надо сдавать как можно быстрее. Ну да ладно. Сейчас, пожалуй, не об этом. 29 декабря 2023 года был одним из самых страшных дней для Украины, так как российские террористы в этот день запустили по нам практически 160 ракет, а также ударные БПЛА. Было множество прилетов во Львове, в Одессе, в Харькове, в Киеве, в Днепре, в Запорожье и не только. Собственно, я хочу пожелать вам, ребята, всем моим дорогим подписчикам, хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия в новом 2024 году. Я хочу пожелать, чтобы как можно быстрее закончилась война, победы Украины, и чтобы снова мы жили так, как раньше, с чистым небом над головой, в котором летают только мирные самолеты, а не истребители и не баллистические ракеты. Слава Украине! Надеюсь, мы обязательно одержим победу над террористами. Поздравляю всех с наступающим 2024 годом. Очень надеюсь, что он принесет множество перемен для каждого из нас.